Всем привет. Мы на болоте. Это Верховское болотце. Ягод в этом году нет. Но мы не сдаемся. Мы потихонечку собираем. Вот такая вот мелкая. Ай, уже мнется, зрелая. Вот так вот час по чайной ложке. Может быть, что-нибудь насобираем. Тогда в кусты! Раздумывать некогда, сегодня каждый должен проявить себя! Вот так вот немножечко кругу попытается. Вот всем детям России в день бы 5 ягодок, ну? И дети были бы здоровее и вкуснее. Андрюха заработал двумя руками. Сейчас он заработал интенсивнее. Была бы у него третья рука, он бы и ей брал. Запасная рука. Вот. Болото такое. Я план свой сделал. Мы тут неплохо поползали. Конечно же, ягоды остались. Есть. Все тогда. Тогда все. Будем выходить. Так. Не скажу куда, но будем выходить. Там же юг! Культура!